так создан человек. Переживаем, в минуты слабости впадаем мы, и в этот миг мы душу закрываем наедине с собой, к другим охладеваем. Та память счастья снова будоражит, коверкая все трезвое опять. В такой момент от мира мы бежим, закрывшись в себе, где боли не унять. Все трезво понимая, снова строим воздушный замок, хрупкий на песке. И время драгоценное теряем на тех, кто не с тобой, кто вдалеке. Но как запомнить правило простое? Уходы и приходы нас делают сильней. Не стоит слез на транзитное простое. Пусть даже бьет она на всех больней. Какое же лечение нужно нам, засевшим глубоко печали оправдания? Наверное, время сбросит по годам тяжелый груз ненужного страдания.